Карлом. Ты здесь совсем один. Твои мальчики из Монреаля, из Нью-Йорка, теперь работают на нас. И кто тут у тебя есть? Пара неудачников и школьник? Мистер Ковальски, мистер Мартин, со всем уважением, не стоит недооценивать мистера Лоджи или меня. Арчи, я для него личика Сент-Клэр поправил. Я позаботился о Попе Путине после того, как он сговорился с тобой, Ленни. И когда какой-то горбатый угрожал дочери в его доме, я сделал то же самое. Поэтому не думайте ни на секунду, что мы беззащитны. Ты нас почти...